Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко, и как всегда мы говорим о самых интересных событиях и людях, которые эти события создают. Сегодня у нас в гостях Виктория Никитина, преподаватель по йоге во дворце спорта «Триумф», который, собственно говоря, находится в городском округе Люберцы. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Вот я припоминаю, что когда я был еще маленьким, да, когда деревья были большими, вот, слово йога тогда активно звучало, естественно, не с экранов телевизоров, особо об этом не писали в прессе, и интернета тогда не было. И что-то это было такое загадочное и где-то даже подпольное. Понятно, что мы понимали, что идет все из Индии, что кто-то лежит на гвоздях, кто-то может ходить по разбитым стеклам, кто-то может пожирать огонь и так далее и тому подобное. Прошло какое-то время, появились всевозможные йога-практики, и это стало довольно-таки обыденным. Потом на некоторое время йога вообще исчезает из нашего поля зрения, и вот сейчас у нас находится Виктория Никитина, которая является преподавателем по йоге. Вот скажите, путь йоги, что это такое, особенно в нашей стране? В нашей стране, к сожалению, йога немножко усечена с точки зрения практики. Это сейчас преимущественно хатха-йога, потому что именно она коммерчески интересна для преподавателей. Хатха-йога — это работа с телом. Видов йоги достаточно много. Скажем, если вы занимаетесь ментальными практиками, вы следите за тем состоянием мысли, которое испытываете, за теми эмоциями, которые испытываете, вы можете их контролировать. Это уже раджа-йога. Ею редко кто занимается, и она не коммерчески интересна преподавателям. Поэтому все, в общем-то, обычно сейчас сводится хатха-йоги, это асаны и пранаяма. Асаны — это положение тела в пространстве, которые дают вам возможность весь потенциал организма включить в работу такую, чтобы вы в течение жизни, в течение дня после занятий и в конце концов в течение всей жизни вы чувствовали бы себя хорошо, и ваше тело не было бы для вас таким сильным преткновением. Не было обузы, как не это было бывает. Бы обузы, и вы могли заниматься любыми хорошими делами, на какие вы нацелены, и нехорошими. Кто что выбрал, то и хорошо. Но тело помогает в любом случае. Но тело это помогает. И плюс еще пранаяма. Это второй аспект хатха-йоги, где вы контролируете свое дыхание. Дыхание дает вам возможность получать энергию. Если вы не будете дышать хоть сколько-нибудь, сколько минут, 5, вы умрете. То есть вы получаете энергию из кислорода, из воздуха. А вообще сама история йоги, я сейчас поясню, к чему я этот вопрос вам задаю. Мы понимаем, что из восточных стран приходит очень много практик, очень много всяких историй, направлений, течений, такой восточный вектор. И нам здесь, людям всегда, живущим не на Востоке, хотя частично, у нас есть свой Восток собственный, мы подхватываем всевозможные течения, учения, потому что действительно человеку хочется быть здоровым, и хочется, если это не помогает, значит, таблетки не помогают, пойду, значит, что делать. Тут вдруг приходит, и в газетах, если вы помните, тоже, кстати, в постперестроечное время очень много писали, что вот только это может спасти. Да. Вот сама йога, вот ее первоначально, откуда она взялась? Я почему этот вопрос адресую? Потому что многие же люди до сих пор считают, что это какая-то вот не настоящая история. Откуда она взялась? На самом деле она пошла от индуизма, от бога Шивы, который воплотив, у него есть на шее змея, и она, воплотившись в мудреца Патанджали, принесла йога-сутры и развила это учение. Она делится на йогу, на что, собственно, делится? На йогу, такую, как мы знаем, вот хатха-йога, на ментальную йогу, на йогу, который мы практикуем в виде составления гороскопов, как ни странно, и аюрведы, правильного питания и образа жизни. То есть три главных направления, Три, да. В общем-то, йога, астрология и аюрведа. Астрология кем-то практикуется, кем-то нет. Аюрведа, на Востоке она очень практикуется, конечно же. И, аюрведа, напомните нам, что это? Аюрведа — это возможность понять свое тело как начало, конец и середину. То есть детство, середина и конец, старость. Как интересно. И вот этот принцип, заложенный в аюрведе,
практикуется во всем, и в питании. Скажем, если есть молоко, это начало, кефир – это середина острая. А в конце уже забродившая вещь, которая выбрасывается, она не идет в питание. Ну вот дрожжевые поэтому продукты не очень хороши. Вещи тоже забродившие вещи все не очень полезны для здоровья, именно поэтому. Вот, и когда, скажем, ищут именно человека, прародителя йоги, его не находят на самом деле. Его не находят, потому что это вот такое воплощение какого-то мудреца сейчас, который дал нам это учение. То есть правильно я понимаю, что йога была всегда? Йога была всегда. И в том числе, скажем, Гаутама Будда, Сиддхартха, да, который искал просветление, спасение, да, он именно смотрел на тех мудрецов, которые достигли его. И вот когда он стал просветленным, появился буддизм. Он уже был далеко-далеко не первым человеком, который, получив просветление, занимаясь вот именно ментальными практиками, он асанами не занимался в том объеме, в котором сейчас занимается весь мир. Потому что, конечно, сейчас миру больше все-таки интересно, как живет это тело. То есть оно нам часто мешает. У нас совершенно другая жизнь, она очень быстрая. Правильно я понимаю? Вот давайте мы, одна первая часть такая глобальная, теоретическая, а потом перейдем к практической части. Правильно я понимаю, что религии у нас существуют, да, несколько направлений, и буддизм – это, пожалуй, одна из религий, в которой нет Бога, да, как такового, а есть сам человек, который должен на каком-то этапе своего пути стать просветленным. И тут без йоги точно-то никак? Да, правильно, потому что буддизм говорит о том, что Бог, он везде, он в том числе и в человеке. Если вы не находите Бога в себе, а человек – это единственное существо, которое может реализовать в себе Бога, вы не найдете его ни в чем абсолютно. Получается тогда, что йога помогает нам… Нам по-другому работая с телом, пути идти. Да, да, работая и с телом, и с умом идти по духовному пути. Да, то есть йога не физиологическая составляющая, а это составляющая, как вы, я так понимаю, говорите, это физиология плюс духовность. А невозможно физиология здоровая без духовности. То есть если вы очень ментально загружены, у вас много концепций таких, когда вы себя грузите психоэмоционально, вы не сможете работать и с телом. Вы растянулись, раскрылись, прогнулись, скрутились. Потом вы вдруг приняли какую-то концепцию какого-то горя сильного, вы не отходите от нее, разрушаетесь. Скажите, то пожалуйста. То есть вас ничего не удержит от этого разрушения. Человек религиозный, да, православный, католик, мусульманин вам скажет. Но ведь с другой стороны, когда я уповаю на Бога, уповаю на высшую силу, мне как-то проще, что рано или поздно помощь придет. А в буддизме, получается, я что-то должен сделать для того, чтобы помощь пришла. Так я понимаю? Нет, в буддизме не совсем так. Вы должны действительно принять то, что есть, и, собственно говоря, не просить ничего другого. Что есть, то и хорошо. Но вы должны реализовать в себе семя божественного таким образом, чтобы понять, что вы и есть тот Бог. А, собственно говоря, тот Бог и имеет преткновение в виде человеческого тела, когда он себя ограничивает руками, ногами, какими-то болезнями, какими-то мыслями, и никак не поймет, а где же он, где его искать, этого Бога? В Бурятии или на Тибете, или, скажем, ехать на Шри-Ланку, где буддизм особенно распространен, да? А искать-то нужно в себе. Вот все эти места не раскроются вам до тех пор, пока вы сами себе не раскроетесь. Самое богатство, которое вы не видите, оно заключено в вас. Ну вот давайте мы сейчас, коль мы говорим о теоретической составляющей, вот как найти богатство в себе, да? Есть человек, есть какое-то понимание, опять же, по-разному трактуют люди религиозные и атеисты, кто угодно, да? Как человек приходит в этот мир, почему он приходит в этот мир, это хорошо, что он приходит в мир, или это какое-то наказание, грех, и надо всю жизнь пытаться этот грех как-то смыть, а как он эту жизнь проводит, как он завершает, почему так часто мы идем по пути к своему счастью, да, сквозь какие-то постоянные несчастья. Как в армии говорили, я помню замечательная фраза, готов к лишениям, да, и прочее. Вот если говорить о йоге, что это такое с точки зрения, теоретического, что ли, отношения к своему персональному «я»? Ваше персональное «я»? Это, скорее всего, покров, вот как легко объяснить мне сейчас, наверное, будет. Это такой покров
души, угу. который является призмой восприятия всех событий вокруг вас. То есть вы, находясь сейчас здесь, видите меня, а я вас. Мы находимся в двух разных реальностях. У вас своя, угу. а у меня совершенно своя. Две разные картинки, как будто бы мы здесь вместе, а картинки разные. У меня своя интерпретация событий, а у вас своя. Вот тот самый покров, который закрывает атман или душу, угу. как раз не дает возможности прорваться наружу. И когда вы занимаетесь йогой, вы должны понять, что те концепции, которым вы следуете, чаще всего ложные, они как бы являются той самой призмой, которая не дает познать действительность. Когда вы занимаетесь йогой, вы включаетесь в настоящий момент, вы чувствуете, что вы можете тактильные ощущения воспринимать, что-то видеть, что-то слышать. И это настоящий момент. Он уму не интересен. Угу. Он вас всегда уводит либо в прошлое, либо в будущее. И этот момент пропускается, а он и есть Бог. И если вы находитесь в настоящем моменте, концепциями прошлого не грузите момент настоящий и не бросаетесь в будущее, находясь в настоящем, как раз когда мы делаем асаны, мы немножко застываем в позе, да, вы как раз получаете то восприятие божественного, которое и должно быть целью даже всей человеческой жизни. То есть Бог внутри нас и в настоящем моменте, который не интересен уму. Ум немножко нужно... как бы остановить, сказать ему: постой, не беги, не заставляй меня страдать по-пустому, не делать из мухи слона, и, скажем, действительно принять те обстоятельства, которые есть, и обратить на них внимание, что на самом деле в настоящий момент ничего страшного не происходит. То есть интерпретация да. такая, что мы всегда говорим, что есть прошлое, настоящее и будущее. Да. Но мы понимаем, что даже когда я эту фразу сказал, настоящего уже нет. Это уже опять стало прошлым. И вот эта фраза стала прошлым. Да, да. И мы не можем остановиться. Никак остановиться да. в этом мгновении. И самое важное, mm-hmm. может быть, если говорить о положительном, скажем так, положительной стороне йоги, я попытаюсь выяснить mm-hmm. и отрицательное во второй части, и там уже практически поговорим на эту тему. Мы не умеем с собой разговаривать, то есть мы не умеем задавать себе вопросы. Мы принимаем решения, иногда совершенно не обдумав их. Не поговорив Нет. с собой, а нужно тебе это. Есть да, такая да. философская притча, что любое желание, которое угу. я адресую себе, как бы два человека во мне существует. Один предлагает, другой докажет тебе. Да, причем что? И хорошее, и угу, плохое. Угу. Очень трудно честно себе сказать. Почему так? Потому что человек иногда не может понять, где хорошее, где плохое для него в этот момент. Он чувствует, что у него много вариантов. Он ищет то самое решение, и на самом деле в этот момент тот самый ум, который вас уводит от настоящего момента, он хочет показать свою важность. На самом деле где-то внутри уже все принято решение. Вот поэтому, оно на да. самом деле принято. Оно да. уже принято. Мы принимаем тоже решение прямо сейчас сделать небольшую паузу, потом вернемся в студию. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в гостях преподаватель по йоге в Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы Виктория Никитина. Мы продолжаем еще один глобальный вопрос, и потом перейдем к практике, потому что в любом случае в нашей программе ну, так мало времени для того, чтобы погрузиться и в теоретические, и в практические вопросы. Тем не менее, ну, мы же знаем с вами, что сейчас многие... Опять же, практики, направления, методики, это я сейчас глобально называю, я уж не говорю про религиозные направления или течения, в конце концов, секты существуют, все что угодно. Вот все пытаются некоторые люди подвергать сомнению, в том числе и йога частенько подвергается сомнению, что это какая-то, в общем-то, разводилово. Вот что бы вы сказали по этому поводу? Ну, в 90% случаев это действительно разводилово. К сожалению, к сожалению. А как так. отличить настоящего представителя йоги от ненастоящего? У вас должно быть какое-то третье чувство, когда вы сам лично выберете преподавателя себе, хорошего или плохого. Ученики подбирают тоже преподавателя под себя. Когда ученик ищет себе преподавателя, он подбирает по своему уровню. И он должен пройти тот, вот тот этап угу. с них не очень хорошим преподавателем, который для него, как ни странно, сейчас интересен. Каждому ученику не нужен хороший преподаватель, я вас уверяю. Интересно. Это как это нужно. По-восточному? Это абсолютно не нужно. Мало того, часть людей совсем не поймут хорошего преподавателя.
Поэтому для каждого, как говорят, разные уровни. Если уровень сознания не очень высокий, нужен плохой преподаватель. Он влечет этого человека, и, как ни странно, они вдвоем вырастут. А правильно я понимаю, что вот в первой части программы вы сказали, что нужно как-то умно какое-то время отключить и вспомнить, что у нас кроме ума есть другие части тела, в том числе и желудок, и руки, и ноги, и быть на какое-то время безумным. В хорошем смысле этого слова. Быть безумным, как ни странно, как раз в хорошем смысле слова только и можно использовать в йоге. Угу. Человек безумный с точки зрения обычного человека – это человек, у которого ум расходится во все стороны, и он кажется… Он как раз цепляется за все подряд. Угу. Человек сконцентрированный, да, на одной мысли – это уже человек, который свой ум успокоил. А вот когда человек находится в состоянии депрессии, у нас сейчас все депрессивные, да, почему у кого-то депрессия идет час, у кого-то она идет неделю, у кого-то один день. Вот как договориться с этим самым умом, чтобы сказать, мы же прекрасно понимаем, что мы выйдем из этого состояния. Кстати, некоторые не выходят, да. И заканчивается это очень плохо. Да. Как говорить своему мозгу, успокойся, подожди, подумай о чем-то другом, сконцентрируйся, не знаю, посмотри на небо, на солнце, на людей, которые идут. Как? Да, когда из депрессии человек выходит достаточно легко, хорошо, иногда нужна врачебная помощь. Если депрессия затягивается надолго, мозг начинает разрушаться, он не может находиться все время в одном состоянии. Земля, на той земле, где должны быть радости и горести чередоваться, иначе человек не выдерживает ни сильной радости, ни большого горя. А как йога может там помочь выйти из этого состояния? Как мы можем помогать? Когда человек приходит к нам в зал, мы занимаемся такими упражнениями, которые влияют на гормональную систему и в том числе на мозг, на все железы внутри мозга, которые отвечают за настроение в том числе. Что еще может отвечать за настроение? Как ни странно, положение тела правильно, осанка. Осанка – это асана, да? Однокоренные слова, да? Как ни странно, когда мы воздействуем лопатками, скажем, на реберную стенку, задних ребер, сдвигаем лопатки вниз и направляем лопатками грудную клетку вперед. Да, мы раскрываем не только, с поднятием руки, скажем, вот довернулась рука, тогда лопатка вкупе с рукой может воздействовать вам на ребра. Да, мы раскрываем диафрагму, растягиваем тело, и, как ни странно, человек говорит, какие у меня были проблемы. У меня не было никаких проблем. Вик, спасибо тебе большое. Я даже не ожидал, что все так просто. Достаточно поднять руку лопаткой. Дело в том, что когда руки вы поднимаете и надавливаете лопатками себе на ребра, вы входите в состояние прогиба. Эти позы называются прогибами. Раскрывается диафрагма, сердце чувствует себя нормально, хорошо. Внутренние органы уже не смещаются вниз, они не выдавливаются и хорошо работают. Да, но любой человек, который не имеет отношения к йоге, скажет, замечательно, очаровательно. Женщина сказала просто, поднимите руки, лопатку туда. Мы же действительно все ходим вот такие, приземленные. Вот такие. Когда мы закрываем головы, плечи, вот эти вот шары у нас называются. У кого шарики, да. Вот они сводятся вперед, человек закрывается, это тоже воздействует на его голову. То есть он действительно, он уже думает о чем-то плохом, он весь закрылся, все, грудная клетка продавилась, он дышать нормально не может, это тоже воздействует на мозг. Да, когда... Вот то, что я показала, рука поднята, да? Лопатка давит вам на спину, вы можете входить в прогибы. А когда прогибы, скажем, мостик, вспомните мостик. А вот скажите, значит, как вот сейчас просто мы, как вы понимаете, йогу сидя показывать очень сложно, поэтому хотя бы вот с рукой, давайте мы сейчас вам, ребят, нас снимут, покажите вот это упражнение с рукой, как правильно его делать. Мы можем даже с вами вместе давайте это сделать. Вытяните руки вперед. Вытянул. Если мы их подали вперед, мы подаемся так вперед, что закрывается грудная клетка. Теперь подайте эти руки назад. Так. Руки укоротились, зато прямые локти не сгибайте. И спина немножко стала шире. Вот так, да. А теперь вот эти надплечья, или иначе говоря, голову плечи опускайте вниз. Да. Вот так? Теперь, да, голову плечи вниз. Вот. А руки не надо, руки не опускайте, чуть выше. А теперь попробуйте согнуть руки и совместить друг с другом локти. Вот так. Так, и ладони тоже. Вот у вас локти совмещены. Да, лопатки сдвигаете тяжело. По спине. Да, тяжело. А теперь попробуйте поднять локти. Вот сейчас идет прямо перед своим лицом. Я весь дрожу симметрично. Прям, даже сложно. Да. А вот поднять локти так, чтобы они были совмещены абсолютно перед вашим... Оп, вот они уже да. раз и рассоединяются. Это значит, что у вас достаточно жесткие плечи, и вы не сможете воздействовать жизнь лопатками. Жесткая. Жизнь создается вашим умом. Да, в настоящий момент ничего не происходит.
То есть, правильно я понимаю, вот даже на простом таком упражнении мы просто давно себя бросили? Да, да, видно, что плечо жесткое, да, с реберной стенкой нужно работать, межреберные мышцы раскрыть, прогнуть вас хорошо, у вас всегда будет хорошее настроение. Ну, конечно, из глубокой депрессии плюс должна быть медитация. Конечно, следить за умом нужно. Вот вы говорили о дыхании, потому что, скажем, люди, которые учатся в театральном вузе или в музыкальном вузе, они проходят определенные методики обучение, как правильно дышать. Нужно обратиться к нашим телезрителям, сказать, что многие из вас совершенно дышат неправильно, как это ни парадоксально. Вот, потому что дышим и дышим. Это знаете, как у сороконожки спросили, как же ты ходишь? Она задумалась и умерла. Не смогла пойти. Да, не смогла пойти. Вот есть там, по-моему, системы Синельникова, да? Есть такие системы дыхания. Я не знаю точно их эффективность. Наши, советские. Но я следую пранаяме, которую дала мне моим учителем Айенгаром. Как правильно дышать? Во-первых, хотя бы 1% нам поделитесь. Пранаямическое дыхание состоит из вдоха, задержки после выдоха, выдоха и задержки, наверное, ошиблась. Вдоха, задержки после вдоха, выдоха и задержки после выдоха. Когда мы вдыхаем в пранаяме, мы контролируем энергию и накапливаем внутри своего тела. Энергия часто людьми расплескивается попусту, она не аккумулируется. Угу. Для того, чтобы жить долго, аккумуляция энергии очень важна. Когда мы дышим пранаямически, мы должны всегда закрыть голову вниз, опустить ее, потому что вот это дыхание начнет разрушать мозг, если вы не опустите подбородок к грудине. И дышать примерно так, вот если услышите вы или нет, дышать примерно так. Это был вдох и потом выдох. Все, что вдохнули, нужно выдохнуть. Длина вдохов и выдохов должна быть равная, и иногда делают интересные вещи. Предположим, у человека депрессия, он не может заснуть. Что он делает? Он делает вдох, да, вдох, потом выдох вниз и задержку. Он задерживает дыхание после выдоха, хотя это очень тяжело на самом деле, после выдоха задерживает дыхание, после вдоха легче. И он начинает успокаиваться, потом делает вдох, выдох. И опять задержка. Сколько таких упражнений надо делать? Бывает, что 10 таких вдохов-выдохов, циклов дыхания достаточно, чтобы успокоиться и нормально уснуть, как ни странно. Вы знаете, я сейчас помнил, был сериал у нас недавно «Ликвидация», и там как раз главному герою врач-то и советовал, что когда сильно нервничаешь, дыши. Молодец. Он сказал дышать, я и дышу. Такое было. А как дышать? Да. Если человек болен, дыхание меняется непроизвольно. За ним надо тоже смотреть. Когда у человека есть воспалительные заболевания какие-то, он дышать начинает поверхностно. Если очень много боли, он просто трепещет. И часто выравнивание рисунка дыхания изводит вот эту болезнь на нет практически, потому что здесь одно воздействует на другое. Ну, правильно. Кстати, еще, опять же, из театральной практики, ведь люди не умеют разговаривать, надо тоже обратить на это внимание, потому что говорят в основном вот где-то в этой зоне, да? Да, а надо чуть пониже, к диафрагме. Вот, да, говорить примерно надо вот на этом уровне, чтобы... И мы там не говорим, что никому в голову не приходит опустить вниз, и только актер, певец, который заходит, говорит: «Добрый вечер, друзья!» Красота. Боже мой, какой талантливый. Да, на самом деле он просто пользуется своим телом на 100%. Правильно. Ну, может быть, не на 100%, но пользуется. Во всяком случае, да. Давайте подведем итоги. Итак, что же такое йога? Понятно, что погружение глобальное – это совсем другая жизнь, совсем отказ от чего-то. Но йога в большом городском округе Люберцы. Что это такое? Это занятия полуторачасовые, где вы занимаетесь асанами и какое-то время пранаямой, это отдельные уроки, где вы делаете прогибы, скручивания, позы стоя, перевернутые позы, абдоминальные позы. Да, у всех свои противопоказания, все это учитывается. Это несложно на самом деле учесть. Там, если, скажем, у человека ослойка сетчатки, его никто не должен переворачивать. Вот. Человек, скажем, в возрасте,
если его прогибать, он будет прогибаться только единственным местом поясницы, он не включит туда ни таз, ни грудную клетку. Mm-hmm. Эти области нужно вскрывать, вот, а потом только уже растягивать тело равномерно, так, чтобы оно не тянулось там, где не нужно, и не оставалось зажатым, где и было зажато. То есть пока тянется, тянитесь. Да, пока тянется, тянитесь, конечно. Надо смотреть внимательно, чтобы травмы не было. Да, mm-hmm. это все учитывается. И вот эти занятия, они, конечно, на людей очень хорошо влияют. Пенсионеры, скажем, приходят в 75 лет. Mm-hmm. У нас вот до 83 даже люди занимались. Они не могут лечь на пол, у них спина круглая. Им приходится подставлять под голову валики специально, чтобы они не укатились просто mm-hmm. либо вправо, либо влево. Mm-hmm. И потом через несколько лет занятий, скажем, 3 года, ну, 2 раза в неделю они ходят. Пенсионеры занимаются, и они это самые благодарные люди, они никогда не пропускают никакого, ну, да. И вот и все это начинает раскрываться, как ни странно, да, больные плечи уходят, и на их место встают здоровые. Ну, я, например, задумался о том, что вы сказали о шарах, я имею в виду о плечах, да. Сегодня последний вопрос, и пойдем заниматься йогой, чего и вам советуем. А сколько стоит? Это дорогое удовольствие? Я имею в виду не именно посещение занятий, а вообще йога дорогая история. И вообще, потом еще же есть интернет, где люди пытаются находить, и там же можно что-то не то найти. И заниматься по занятиям, да, по видео. Что такое дорогое и дешевое, никто не знает. Какие трудозатраты вложены учителем, он вам поставил видео и сидит, смотрит на вас, да, или это поправляет или не поправляет. Йога для пенсионеров, проходящая 2 раза в неделю, стоит 250 рублей, сейчас у меня за 1,5 часа. Кому-то это действительно из пенсионеров дорого, поэтому есть бесплатный класс в пятницу в 17:30, и там основы йоги все даются, и даже есть хорошие у нас занятия для людей, которые давно уже занимались. Но в общем они должны, пенсионеры должны получить представление и заниматься сами, потому что кроме тебя лично тебе никто не поможет. Опять же йога. Да, только опять же сам йога. Сам должен договариваться с собой. Спасибо большое, Виктория Никитина, преподаватель по йоге во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы. Это была программа «Открытый диалог». Попробуйте, позанимайтесь, возможно, вам удастся наконец-то договориться самому с собой. Всего доброго, до свидания.